Рубай. С60 мейбэ пропишешь. Пятнадцатка, он сказал. Будет 10. Потом повысим. Кто это вообще такая? В смысле, кто такая? Кайли Рейнер. Кайли? Кейли Рейнер, которая тебе Да, пишет. Рейнер с бомжатским ником. Ой, бомжатским скином. Что? Повтори. Приняла что? Согрина. Боже твой. Согрина. Бать ты тупо доходящий, блядь. Блять, нужно почитать. Возможно, некоторые из вас даже поняли, как 2 недели назад в студии ТВ произошел несчастный случай. После работы для двух наших сотрудников осталось доделать свою работу. Подробнее. И как это вышло? Почему? Чего, блядь? Пиздец. А как ты С60 пробивать в конце будешь? Я включу, самое главное, помнишь. Чё ты не кидаешь 15? Ты забиваешь вообще? Да. Джонатан Канули, блядь. 18, 21, 21. Я через телефон забиваю. Вот. На лбу Рикардо выступил хуй, блядь. Это же ничего страшного, что да, что типа на РПшке я госп кидаю. Ну, через этот Нет. ПК. Это заебись. Вообще похуй. Всем похуй. Я с этого видоса тоже не буду звук вырезать, я заебался вырезать эти звуки, блядь, по часу. У меня что-то упало. Самооценка у тебя упала. Она уже давно там.
Звук тогда в бандикаме убери, если задрался вырезать. Не, админа будет веселее слушать, не так скучно. Я люблю со звуком когда смотреть что-то видосики. Ты когда Митина смотришь своего ебаного, ты же со звуком его смотришь? Нет, без звука. А, ну ладно. По каким ступенькам? По каменным или по кирпичным? По лестнице Якова. Якова. Хуяков. Хуяков, блядь. Знаешь, какой лестница Якова в древнем Библии или мифов, что такое, я хуй знаю. Мне кто-то звонит, блядь. Блядь, не дай бог, у меня сейчас скайп свернется, тебя выебу. В игре, дебил. А. Слушай. Я к вам работать. А куда этот долбоёб пропал? Какой? Ну вот этот, блядь. Да ладно, в натуре миску на больку ЛВ ставят? Блять, 21 госку проебал, сука. Нет, еще нет. Можешь кинуть. Сейчас 59. Я не собираюсь кому-то сбивать. Кидать поздно. Если я проебался, то проебался, блядь, конкретно. Фу, блядь, воняет нахуй, сука. Пакетики, ебаные. Ники Канулис его в натуре салон. Да ладно! Его в натуре на бульку ставят. ЛВ? Да! Он нормально? Миску поставили. На упре стоял. Бывший упор еще до этого. Ну, если что, я буду с ним мутить РПшки. Давайте быстрее нахуй, я потом опять что ли буду фраз нахуй заливать. Что? Быстрее говорю, а то потом, блядь, опять по полчаса фрапс эти заливать, ёбаные. Хе-хе. Надеюсь, мне не предъявят, типа, что я лидер, нахуй, типа, неадекватный, мотив, всё такое, нахуй, лидер. Не, ну, типа, понимаешь, ты... Если ты качество в бандикаме выставил 720, то ты тупой. Несмотря как... 1080, или какая там по 720? Выдал бою... 1080 это самое лучшее качество. Поставь на 360 и не дуй себе в хуй, блядь. Не, ничего не видно, что такое. Три секунды разница у нас. Так, надо написать. Мицкей канули. Ой, блядь, канули скоро весь мир запланят. Все, зафлудил. Витёк какой-то пишет в скайпе. Сейчас Болька ЛВ добавит, напишите ему козёл. Вот прям добавите и пишите козёл.
Подожди, я не помню, кто такой Витёк. Я тоже не знаю. Знаешь, какой этот логин скайп у этого Габриэля Носинга, который дорогу молодым? Нет. Я знаю только дорогу молодым, это Валентин Вальчинский. Да он? Ну он писал типа нахуй тебя, типа на Я радио меня Курск, все, меня. меня все птэпнул. Не дай бог он меня Шо трэп? встрепнет, я его обматерю нахуй, прям на фрапсе. Так. Красава. Пидорасы сбивают меня нахуй. Да, меня тут были это. Этот Габриэль Носин говорит, ты только попробуй, типа, министра Дима зовут, ты только его попортить. Я пишу, его уже жизнь попортила. Я всем такой смайлик отправляю. Ты услышал, нет? Ну, короче, типа, стоит челик. Короче, стоит этот министр здравоохранения, Дима зовут, я такой, Дима, шо, опять блатишь? Он такой, да нет. И Габриэль Носик мне пишет, типа, попробуй только испортить его, я тебе жизни не дам. Я такой пишу, его уже жизнь испортила, и я всем такой смайлик отправляю. Я сейчас сдохну.
А вы где? А, по, блядь. Здрасте. Это не я. Что-то произошло, пока меня не было. Блядь, госка. Она не блядь, она госка. Чё обзываешься? Нет, она блядь, нахуй. О, ну всё, завтра за школой. Стрелка тебе с гоской. Блядь, без проблем. Пацанов не брать. В смысле не содержать кофеина? Кофеин, наоборот, давление повышает. Что не даст сердцу остановиться, ну, более вероятно. Как мне давали при сдаче крови? Хуя ты умный, блядь. Ну, блядь, знаешь что. Инсулин. Да, мне именно его и давали инсульт. Дали инсульт. А, инсульт, блядь, показать инсулин, блядь. Инсульт, Давление, блядь. которое повышает давление вроде. А, инсульт это пиздец. Инсульт это вроде с мозгом, инфаркт сердца. Там, короче, ситуация одна вышла у мамы моего бати, короче, инсульт произошел. Там у меня у бабушки тоже был инсульт. С Так головой знаешь, чем? инсульт? Так знаешь, в чем А, прикол? да, инсульт с головой, типа, тоже у бабушки было, типа, отнимаются руки, все такое, типа, если вовремя не отвезти в больничку, то все. Ну вот, так у нее, что сейчас? У нее одна половина, левая половина функционирует теплая, а правая половина вовсе холодная. Ну вот, у меня бабушка также отходила, чутка, блядь, вообще не двигалась, нихуя, ну, потом вроде менее сейчас уже ходит. Более-менее. Разговаривает. Да, только руки, блядь, ну, пиздец трясутся, как у алкоголика, так сказать. Как у тебя. Так, нахуй, тихо. В смысле тихо, ты охуел, да? Рот Да, закрывай. ну, Шакал. менее на руки, на машину речи, на которую мы работаем. Чё там разгон КамАЗов пишет? Чек не по оргу, типа кого-то принял Валик, Олег или нет? Блять, телецентр. Че он открыл? Нет. Финду, не пришли, блядь. походу, никто. А по финду чё, отключи только это оповещение. Я понял. Предпочтение финд сохранить. 7. Смотри, блядь, Олег заработал, нахуй, как испугался. Олежа, блядь, наш. Магазин уже бабки поднимает. Забей, это я поговорил. О чем? Забей, это я поговорил. Работать ночью. Ну, после фапса расскажешь. У меня челик в ногах лежит, блин. А, блядь, короче, у меня друган есть, Ширагик, он рассказал такую историю смешную. Ну, давай. Админы как раз посмеются. Вот.
Вика, привет, самая топовая следящая, если ты это смотришь. Ну, давай, продолжай. Вот, короче, паренек рассказал, что как бы гулял с девушкой, и типа паренек, ну, из Шираги знакомый, сказал, типа, ну, такую, типа, неловкую ситуацию, когда человек умирает в собственной блевотине, а он напался, короче, сидит нахуй, Умирает что еще раз? Ложит, ну, перебухал, ну, блядь, как бы в желудке алкоголь, нахуй, превысил нормы, и он блюет. И как бы падает на спину и задыхается в собственной блевоте. Вот. И умирает. И девушка такая пареньку, типа, а у меня типа так дедушка умер. Вроде посмеяться надо, блядь, а вроде, блядь, и жалко. Да, тут с тобой соглашусь. А это знаешь, это тоже самое. Блять, почему FPS 20 меня напрягает, нахуй, мне страшно. Знаешь, это то же самое, как челик за один раз подрочил вроде больше 50 раз и сдох, короче. Понял, да? Вроде бы надо посмеяться, а вроде бы и жалко, да? Вот как ты алкаш, блядь, так же нахуй на спину откинешься, блядь, и задохнешься в своей блевоте, блядь. Ну, блядь, в такой степени нужно бухаться, чтобы захлебнуться в своей же блевотине, это пиздец же. Это сколько надо выпить? Глюкоза, да, заебись. Может, Виагру ему лучше, чтобы член стоял тогда. Ну, напоследок. Как у тебя все? Блять, даже FPS лимит 50 не помогает. Читай. Блять, как же меня неадекватно девятка, это пиздец. Вьетнам! Вьетнам! Столовая! Сантьябле! А какой это этаж? Это лифт? Я в душ не ебу. Занято! Занято! Сука. Что за тупой школьник лифт занял? Во, все. Вызвал.
Оу, блядь, блядь, меня все прыгали. My fault. Next time harder. Хуё! Сотри, блядь. Нихуёво так ты запланировано. Сотри! Чего смотреть-то, блядь? На меня смотри! Антенне, блядь. Ну, я антенна, блядь. Sorry. Заебись, он типа потерял сознание, но, блядь, по рации общается. Нормально. Тема. Но на РП рация. Открывайте двери, окна. Сейчас уже. Сейчас, ладно. Хуёво дело. А мы куда? А мы вниз. Все, ББ. Да все, поехали. Поихали. Больницу нет, блядь, нахуй, блядь. Пришел в себя удачно, ебать. Сука, РП просто от бога.